Звезда мирового бокса Геннадий Головкин строит престижную загородную базу в курортном месте на родине. Она раскинется у подножья Каркаролинских гор в Карагандинской области. Об этом рассказали власти района. На сегодняшний день близ озера Большое выделен земельный участок для строительства спортивного оздоровительного лагеря. Реализатором проекта является чемпион мира по боксу наш земляк Геннадий Головкин. На сегодняшний день строительные работы уже начаты. Лагерь будет состоять из нескольких жилых помещений общей площадью в 400 квадратных метров. Кстати, помимо именитого боксера, в местный туризм решили вложиться и отечественные бизнесмены. Сумма инвестиций исчисляется миллиардами тенге. В ближайшее время к имеющимся базам отдыха добавятся еще 5 крупных объектов. Минувшим летом в Каркарале отдохнуло около 60 тысяч человек, и местные власти надеются, что имя Геннадия Головкина привлечет еще больше туристов.